Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу вас поздравить с великим праздником 9 мая. Ведь это не просто весенний прекрасный день, но еще и незабываемая памятная дата – День Победы. Совсем мало осталось тех людей, кто имеет непосредственное отношение к этому празднику, кому мы лично должны поклониться в ноги и быть благодарны за мирное небо над нашими головами. Поэтому пожелаем же нашим ветеранам здоровья, долголетия и пообещаем, что сделаем все для того, чтобы наши дети никогда не узнали, что такое война. И в наших сердцах сохраним вечную память о тех людях, которые шли к этой победе. Также хочу поздравить лично Артема Юдина, его коллег и группу «Русский шансон». Спасибо вам за вашу поддержку и продвижение нашего творчества. А вашей группе желаю творческого процветания, вот, расширения аудитории и много-много красивых песен. Праздником, друзья! Ваш Дмитрий Глэм.